Всем привет! Samsung Galaxy Xcover 2, последователь модели Xcover. Кстати, теста у нас телефона первого так и не было, потому что во время предварительного тестирования у нас слегка треснул дисплей от соприкосновения с камерой просто так. И, в общем, мы решили не брать второй образец. Но надеемся, Galaxy Xcover 2 будет понадежнее. Сделаем все-таки полноценный краш-тест на этот раз. Разговорный динамик, решетка такая очень внушительная, прикольная. Фронтальная камера предусмотрена, разрешение у нее 0,3 мегапикселя. Логотип Samsung дальше представление присутствует. Диагональ экрана 4 дюйма, разрешение 800-480 точек. Дисплей отзывчивый, углы обзора неплохие. Для его уровня. Внизу три физические клавиши, меню, домой и назад. Давненько я физические кнопки на андроидах не видел. Вот здесь в самый раз, потому что телефон защищенный, предполагает, что пользователь будет пользоваться им, юзать его мокрыми руками, и, конечно же, такие клавиши будут удобнее практически. На левом торце это я не знаю, что такое. Может быть, зацепка для веревочки, отверстие вот это, а может быть... А, нет, громкоговоритель сзади. Качелька громкости. На правом торце кнопка питания, клавиши камеры. Внизу микрофон, микро-USB. Видите, что здесь заглушка такая, которая не даст попасть влаги и пыли внутрь. Наверху заглушка 3,5 мм для наушников. Все аккуратненько. Сзади камера 5 мегапикселей с автофокусом, есть вспышка достаточно большая. Логотип Samsung и винт блокировки крышки. То есть от удара она не должна слетать, если вы правильно ее закрутили хорошо. Крышка такая рифленая, интересная. Вообще материал на ощупь прикольный, такой прорезиненный, из руки не должен выскальзывать. Я думаю, что пользователям, которые ведут активный образ жизни, данная модель понравится. Внутри Android 4.1.2 Jelly Bean, интерфейс Nature UX, то есть природные нотки, природные мотивы. 1 ГГц двухъядерный процессор, 1 ГБ оперативной памяти. Батарейка имеет емкость 1700 мА. При такой не шибко требовательной начинке, я думаю, что телефон будет работать достаточно долго. И мощности хватит как для игр, так и для многочисленных стандартных приложений. Приятный аппарат. Спасибо за внимание.